Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игру, которая называется Escape Underground. И давайте посмотрим, блин, мне кажется, мы уже давно должны были подобраться к концу, но что-то у нас все никак не выходит. Это что у нас такое? Так, опа, ну-ка. О, мы можем стрелять тут, серьезно? А, нам надо нифига, нам надо теперь отстреливаться, что ли? От этих фигурин? Прикольно, слушайте. Вот это неожиданно. Единственное, у нас только наша пушка очень медленно движется. И отстрелить бы всех тут. Нет, еще не конец. Откуда вас только валит? Так, так, опасно становится. Блин, быстрее поворачивайся, быстрее поворачивайся. Да ё-моё. Ой, это тут три выстрела нужны. Раз, два, три. Блин, все, я сдох. Охренеть, блин. Хреново, очень хреново вертится пушка, она даже не хреново, она просто медленно это делает. И, блин, если бы это было быстрее, было бы намного проще. Еще же надо нацелиться, а нацелиться тоже тут, блин, ни хрена быстро не получается. Наш чувак промазывает, очень часто промазывает. Так, надо как-то вот тут вот на подлете уже стараться попасть по ним. Да блин, давай быстрее поворачивайся. Фух, успели, нифига себе. Так, эти маленькие. Так, большая двойная. И, блин, тройная летит. О, блин, ну скажите, что все, я больше не хочу. Все, блин, нифига себе, это было сложно. Сложно, но проходимо. Просто вот наша турелька, эта маленькая, которая стреляет, она реально очень медленно поворачивает. И еще враги наши же приближаются, и получается радиус, на который мы целимся, он нифига, короче, нам никак не помогает. Так, а что нам тут нужно сделать? Надо вот сюда запрыгнуть, видимо, и что-то тут включить. И... А что там? Что там такого могло открыться? Я что-то не совсем понял, но давайте посмотрим. А что тут открылось-то? А, нифига себе, во! Смотрите, что открылось. Мы уровень воды подняли с вами. И теперь можем уже... Ай, блин, не можем мы допрыгнуть, да? Так, а мы можем как-то подвинуть бочку... Блин, надо бочку двигать теперь. Так, задвигаем назад. Задвигаем, и бочку нам нужно немножечко, получается, вот как-то вот сюда подвинуть. Чтобы мы могли просто допрыгнуть с вами, потому что чуть-чуть нам не хватает, получается, для прыжка. И я надеюсь, вот сейчас нормально должно быть. Да, вот теперь мы допрыгнули, все. Бежим дальше. Ух ты, мы мышь раздавили. Так, вот тут опасно. Ага, так, отлично. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут, короче, пасут меня эти чуваки. Эй, как ты меня увидел-то? Чё, открылся проход? Значит, мне надо просто тупо пробежать, сейчас успеть, да? А, ладно, сейчас мы пробежим. Я думаю, с этим проблем не будет. Сейчас, как он только отвернется, все, мы прыгаем и бежим вниз, падаем. И вроде бы тут ничего такого сложного не было. Давайте мышей раздавили. Вообще, конечно, жалко их давить, но ничего страшного. Так, и тут надо эту фигню двигать у нас, получается, да? А двигать мы ее, значит, должны вот сюда. Потом... Ой, ё-моё. Так, а, нет. Вот где-то вот так надо поставить. Все. Теперь вот эту клетку... Мы двигаем сюда, и наш робот по ней взбирается. Теперь мы прыгаем вот так и вот так. Теперь вот этот ящик скидываем вниз, и с него уже поднимаемся сюда и включаем кнопку. Ну, чё, да, у нас тут откроется проход очередной. Шикарненько. Можем теперь бежать спокойно. Ну давай, робот, не подведи меня. Я почему-то уверен, блин, с каждым уровнем, что вот-вот-вот-вот мы уже у конца игры.
Ну и постоянно игра нас обламывает. Прям реально обламывает. Так, а что, я теперь отсюда-то запрыгнуть смогу? Опа, так, ну-ка, блин, еще раз пробуем. Мне кажется, да что ты, блин, прыжок, плохо. Ай, блин, чуть-чуть не хватает. Ладно, давайте подвинем. Чуть-чуть, вот так вот. Буквально там нам надо-то полсантиметра подвинуть, чтобы мы могли уже запрыгнуть. И, да что ты будешь делать-то? Кнопка прыжка, как я уже говорил, тут хреново очень срабатывает. Опа, опа, так, добрались. Оп, теперь вот сюда. Вот так вот, вот так. Так, тут какая-то... О, кнопочка есть, стоим, ждем, пока полностью выдвинется, потому что мы как с нее слезем, она начнет задвигаться. Отличненько, бежим. Блин, целых три. И что за фигня? Так, ну допустим. Вот так ставим, хорошо. Это что у нас? Как-то вот так надо, чтобы перепрыгнуть, да? И третью нам нужно поставить как-то... Ну вот так, нормально же, мне так кажется, мы должны допрыгнуть. Только вот тут я не знаю, допрыгну я или нет. И... Опа, зашибись. Не говорите только, что заново нужно выставлять их также. Нормально же все стоит, да? Все нормально стоит, так как... чуть-чуть опускаем просто вот так. И нормально будет. И опа. Теперь и опа. Так, ждем теперь пока лаву. Вот единственное, мне кажется, тут надо было низко опустить. Потому что я могу тут, да, упереться. Так я и думал, что я просто упрусь башкой в эту трубу и не смогу перепрыгнуть. Значит, нам среднюю нужно опустить. Ну, я думаю, вот так нормально будет. Все. Так, теперь прыжок и прыжок и прыжок. Блин, еще ниже, что ли? Нет, нам нужно третью еще немножечко ниже тоже опустить. Тогда сможем... Во. И допрыгнуть вроде бы там сможем тоже. Так, прыжок, прыжок. И сейчас попробуем, попробуем, попробуем. И прыжок. Да блин, как... Подождите, что-то не получается у меня. Что-то странно. Давайте, может быть, еще прям чуть-чуть подопустим. Во, нормально. Прыжок, прыжок. Блин, можно было, конечно, попробовать успеть, но нифига бы мы сейчас не успели. И прыжок. Все, отлично. Теперь бы вот тут допрыгнули. Отлично. И этот уровень у нас пройден. Шикарно. Шикарно, мы прошли еще один уровень с вами. Ой, блин, когда же конец игры-то? Блин, было вообще сказано, что игра короткая. Ну, что-то я не вижу, в каком месте она короткая. И так, куда мне надо? Видимо, вот сюда мне надо падать. Да? А что это так? Блин, мне тут три штуки надо какие-то еще замутить, да? Чудесненько, блин. Уровни все сложнее и длиннее становится, чем хочется. Допустим. А, ну, а как мне? Типа не нажать? Так, так, а что мне тут? Что-то я не особо понимаю, что мне тут нужно сделать. Так, я тут могу что-то включить? Могу. И? А какой смысл? Что-то я нифига не пойму. Типа, мне надо как-то... Что мне нужно сделать-то тут? Трубы закрыть, что ли? Ни хрена непонятно. Ну, допустим, я закрыл. И... А, в чем прикол? А, во. И... Во. Что-то я сделал. Отлично. Все верно. Шикарно. Поднимаем кубик. И несем его, блин, в какой? В первый, второй, в третий, я даже не знаю, в какой его вставлять надо. Ну, наверное, в первый самый. Да? А, дальше-то куда мне? Алло, а, теперь мне надо наверх и налево. Шикарненько. Ну, ладно, разбираемся. Сейчас мы разберемся с этим уровнем без проблем, я думаю. Не такие уж
уж тут и сложные головоломки у нас, надо просто немножечко подумать. Вот уже новый кубик лежит, и тут... Опачки. Ага. Так, ага, тут надо кнопки еще дождаться, да? Так, давайте посмотрим, докуда лазер идет. А лазер полностью по этой фигне идет. Офигеть, так, все, сразу встаем на кнопку. И ждем, 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 и прыгаем. И теперь ждем вот этого лазера. Так, а нам лазер этот не нужен. Так, теперь нам надо его тут пробежать и включить, да? Да-да-да, это я понял, что там кубик упал. Не надо мне это показывать. Я уже это все сразу сходу понял, потому что других вариантов тут и нету. Единственный вариант теперь, как нам еще допрыгнуть и быстро вернуться. Это самое интересное. Потому что мы, как назло, сейчас можем, блин, хреново прыгнуть. И все на этом кончится. И быстренько встаем на кнопку. Ждем, пока опустится. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Так, давай, 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 быстрее прыгаем. Все. Теперь ждем, пока там лазер у нас отъедет. Опачки. Так, ну в принципе, нам даже не надо на этой кнопке стоять. Просто ждем, сейчас лазер отъезжает, мы забираем кубик и бежим второй уже кубик ставить. Все, чудесненько, смотрите. Так, что-то не взял-то. Ох, бедный робот, сколько ж тебе проблем-то тут. Все, вставили кубик, у нас открылся последний проход. Теперь нам нужно где-то с этой стороны найти. А, наверх нам нужно, да? Окей, я понял ваш намек. Движемся опять наверх, но теперь в правую сторону и будем искать с вами третий кубик энергии, который нам откроет проход снизу справа. Давай, робот. Давай, 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 давай. О, оп, перепрыгнули, отлично. Ну-ка, тут что у нас интересного будет? Сейчас посмотрим. Ага. Так, и чего? Нам надо как-то так поставить, чтобы мы могли перепрыгнуть, что ли? Интересно, ну-ка давайте попробуем допрыгнуть. Допрыгнули и... Ага, теперь там бочку надо. Ну, в принципе, тут не так уж и сложно. Тут просто посерединке надо поставить. Примагнитили бочку, поставили куда-то вот примерно вот тут вот. Ну, примерно, да? Или можно вот так вот чуть-чуть. Все, теперь бежим. Главное допрыгнуть. Блин, допрыгнули, называется. Так, тут у нас все ровненько стоит, а тут, мне кажется, мы просто неправильно прыгнули. Да. О, блин, отлично. Так, все, у нас третий наш кубик свободен. Отличненько, он падает вниз, и мы можем спокойненько теперь бежать. А теперь нам главное назад пробежать, все пропрыгнув. И опа, все. Первое есть, второе, и все, отлично, вообще шикарно, ребята, у нас все получилось сейчас в лучшем виде. Все, просто бежим, ставим кубик и открываем себе проход. Опачки, так, куда нам? Вот сюда нам нужно поставить, отличненько. И у нас балка поднимается, и мы проходим дальше. Ну скажите уже, что это конец игры. Мне просто этого робота уже жалко, блин, ну столько он бегает, и мы все ниже и ниже, ниже и ниже бежим. Мы наоборот, по-моему, должны вверх бежать. О, зашибись, мы еще и под воду куда-то теперь. О, блин, бедный робот, теперь мы еще и под водой в какой-то мутной воде хреновой ходим. Так, допустим, и о, у нас прыжки хотя бы тут под водой, прикольно, огромные прям, длинные-длинные прыжки. И мы второй уровень, получается, тоже прошли. Но мы нифига не можем никак с этой фабрики выйти. Почему не можем, непонятно. Такое ощущение, что она просто бесконечная. Уже хочется, чтобы наш робот выбрался отсюда и жил он спокойной и счастливой жизнью. Зашибись. Так, а я могу? Не могу я за эту пушку встать. Но чё... Так, чё-то мне это не нравится.
Так, и как мне Так, дружище, колючая летающая фигня, что мне с тобой делать-то? Ага, зашибись. То есть мне надо сначала из-под камня пушки обезвредить. Блин, а вот это, слушайте, а как я сделаю так? Мне надо еще как-то, блин, встать, чтобы эта фигня по мне не попала, да? И я еще даже не понял, как она стреляет. То есть, давайте вот так, допустим, да? О, нифига себе. Так, ну-ка, целься сюда. Ай, блин, не успел, нифига себе, просто не успел. Очень быстро она стреляет. То есть он нацелился и сразу начал долбить почти. Блин, еще эта заставка вечная. Ее нельзя никак пропустить, блин. Если бы можно было сразу начинать, было бы проще. А то эта фигня опускается. Блин, мы очень много времени тратим. Не, ну нифига, я сейчас разберусь с этой фигней. Ну-ка, целься. Так, нацелился. Блин, не, нифига не нацелился. Окей, так, нацелься сюда. Ай, блин, нифига. Так, ну примерно секунду надо. Как только цель... Блин. А, рано, рано бегу. Ну, я стремаюсь просто сдохнуть раньше времени. Все, луч попал. И, по сути, можно вот тут начинать. Во! Смотрите, как нормально, да? Надо просто подальше. Да сейчас, сейчас, сейчас я с тобой справлюсь. Осталось чуть-чуть. Если, конечно, не лохану сейчас. А что сделать-то надо теперь? Алло. Я же не могу за пушку эту встать. А, во. Ай, это почему-то не... Блин, он... Дебил. Он, короче, на кнопку нажимаешь, все. Он встает, и я уже двигаться не могу. Все, я понял. Прикол, надо нажать на кнопку, повернуть эту фигню вверх, нацелить. Охренеть, слушайте, ну я надеюсь, хотя бы это последний босс у нас. Потому что если нет, это печально вообще. Ух ты, ё-моё, чуть меня репу не срезал, слишком далеко я отхожу. Угол наклона луча. Жесткий, очень-очень жесткий угол наклона луча. Блин, ну ё-моё, так все хорошо начиналось. Если бы я не застрял, конечно, вот на этом месте, блин, с этой кнопкой. Было бы проще, но ничего, сейчас будем стараться. Будем стараться, ребят, с вами пройти. Мы же нифига просто так не сдаемся, да, раньше времени. Так, встаем вот сюда, смотрим за лучом, как только он загорается, все, блин, очень близко. Начал стрелять, должен на меня целиться, так, опа. Хорошо, давай, сейчас мы тебя погоняем. Ай, блин, ладно, ничего страшного. Я просто боюсь, он заденет меня быстро. Я не хочу, чтобы он меня задел. Лучше мы по чуть-чуть будем срезать. Но, блин, в живых останемся, чем постоянно переигрывать. О, там срезало. Отлично. Все, срезало. Так, ай, блин, да пошел ты в задницу, куда ты, блин, нет, блин, вот урод, а, ну вот урод, блин, его нельзя, блин, просто от него нельзя убегать с середины, потому что если с середины, он уже до конца нас ловит, пипец просто. Ох, блин, да, не ожидал я, что такой будет лютый босс, до этого были всего цветочки, а сейчас прям, блин, ну очень неприятный такой товарищ. Геморройный.
Я бы так сказал. Который сейчас, блин, просто нас замучит. Я не знаю, сколько придется переигрывать даже, чтобы его пройти. Ну ладно. Сейчас надо меньше говорить, на самом деле, и больше делать. Вроде пока ничего сложного нету. Мы хотя бы поняли, как от него бегать. А дальше сейчас будем с пушкой уже решать. Вот, одну пушку мы освободили. И сейчас вторую освободим. Так, блин, ай. Во, так, убегаем, 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 убегаем. Убегаем, 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 убегаем. Так. Ой, убегаем, 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 пипец. Так, главное тут не запороться. Убегай! Ё-моё, он застревает, просто пипец. Охренеть, 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 это опасно просто. Не, все, ему конец, по-любому. Нет. Все, он сдох? Ё-моё, сдох. Я же думал, сейчас он полетит за мной и будет меня мочить. И? А чё, ворота откроются мне? Все, открылись ворота, пипец. Ох, слушайте, ну это было напряжно. Напряжный уровень, но мы с ним справились. Ну, неужели мы поднимемся наверх и окажемся на воле? Если это так, то это будет очень круто. Нет, еще не все. Я думал, это последний финальный босс у нас. Но оказывается, что нам это все показалось, и уровень дальше идет. Да, нет, подождите. Мы добрались до конца. Реально, смотрите, мы добрались до конца, ребят. Офигеть. Все. Ребята, мы прошли с вами игру. Офигеть. Слушайте, это очень крутой платформер был. Он пусть и сделан в таких темных тонах, но тут интересные загадки на самом деле. И игра сделана достаточно прям очень круто. Я знаю, что игра многим понравилась, как и мне. Так что, кто еще не играл в нее и хочет попробовать сам пройти, обязательно попробуйте. Это очень крутая игра. Что ж, на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. А с вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.